Да, всем привет. Сегодня у нас в сервисе следующая работа. Трактор базовый «Беларусь» 82.1. Белорусская сборка. Мост у нас обычный, с коническими редукторами. Устанавливаем предпусковой подогреватель двигателей и кабины. Трактор разбирается до такого состояния. Данную работу делаем достаточно часто. Сейчас в преддверии зимы клиенты уже задумываются о различных системах подогрева. Работа несложная, но требует определенного времени и навыков при установке данного оборудования. Да, сейчас покажем сами комплектующие, которые будут установлены на данном тракторе. С характеристиками, с артикулами, с кодами. Кто захочет поставить самостоятельно, можете это сделать. Так, вот предпусковой подогреватель двигателя. Крупнее. Мощность 15 кВт. Производитель. По шильдику сможете найти в интернете. Это в кабину. Планар 2 кВт. Итак, ребят, всем привет. Вот у нас есть резиночка от подогревателя кабины. По ней мы делаем отверстие. Делаем отверстие. Уже почти все просверлены. Потом обратно приклеиваем внешнюю отделку кабины. И сюда устанавливаем, аккуратненько вырезаем. Сейчас покажу на подогревателе. У нас здесь идет 4 болта крепления его. Забор, вот эта маленькая трубочка забора солярки. Это выход горячего воздуха. Это вход холодного. Циркуляция. Сверлили отверстия вот под эти выходы. Вот две трубки, кстати говоря, которые будут. Это забор воздуха идет. Вот он так вот выглядит, обычная пластиковая труба. И выход горячего воздуха с подогревателя, он уже идет из металлической трубки, диаметр 30 мм. И у той, и у другой сверлил сначала морковкой большие отверстия. Маленькие отверстия сверлил сверлом на 6. Чуть позже покажем, как это все установилось. Надо будет кинуть провода, подсоединить все и забор сделать топливо из бака.